планы Беларуси по легализации криптоиндустрии. На рассмотрение президента Беларуси Александра Лукашенко был подан проект декрета о парке высоких технологий Беларуси. Он предусматривает предоставление криптовалюте юридического статуса и введение ее в легальный оборот, формирование рынка криптобирж, обменников и ICO. Генеральный директор крупного белорусского холдинга «Белхард» Игорь Мамоненко сказал: «Нужна максимальная легализация. Те законы, которые существуют, напрямую не запрещают деятельность. Нужно переработать законодательство, чтобы оно защищало всех игроков рынка».